Сегодня вечером рекомендуем сходить на спектакль «Мертвые души» в Театр музыкальной комедии. Представьте, отпетый мошенник Хлестаков и некто Чичиков – добрые знакомые. Причем последний – сокрушительный красавец, заветная мечта которого – быть в числе первых и знатных любой ценой. Но не стоит удивляться, что дело о мертвых душах обернется настоящей авантюрной комедией с элементами мистики и любовной мелодрамы. Историческая постановка о жизни семьи во времена гражданской войны «Дни Турбиных» пройдет сегодня на сцене театра драмы. Спектакль по знаменитой пьесе Михаила Булгакова – одна из самых масштабных постановок в нынешней истории театра. Потрясающие декорации, сложнейшее построение ролей, а также талантливейшие актеры – все это ожидает вас в спектакле «Дни Турбиных». Постановка рассказывает о революции и гражданской войне в Киеве, о белых и большевиках, о Петлюре и Гетмане. Легенды металла и одна из самых знаковых групп европейской тяжелой сцены возвращается в Екатеринбург. Проникновенный вокал Ника Холмса, личные глубокие тексты возвращают нас в 90-е, когда метал-сцена ощущала невероятный подъем. Сладкое чувство ностальгии и печальные хиты о вечном ждут сегодня поклонников группы. Музыкальная комедия «Девушки на миллион» — это невероятно закрученный сюжет и необыкновенные актерские перевоплощения. Главные герои — безработные актеры, которым наконец-то улыбнулась фортуна. Они совершенно случайно натыкаются на газетное объявление. Богатая леди ищет родственников, которых не видела много лет. Старушка при смерти и желает напоследок встретиться со своей родней, а также передать по наследству все свое состояние. По условиям завещания, в случае смерти, каждый из родственников получит по 1 миллиону долларов. План рождается мгновенно – выдать себя за ее племянников. В этой истории все перемешалось, перепуталось. А кто всему виной? Конечно же, любовь. А финал, как в «Лихом детективе», окажется совершенно непредсказуемым. В Ельцин-центре продолжается серия вечеров фортепианной музыки, в которых примут участие лауреаты международного конкурса пианистов памяти Веры Латар-Шевченко. Сегодня серию вечеров открывает пианист Артур Ворожцов. Вход для пенсионеров и студентов бесплатный. Встречайте новые песни и известные хиты в исполнении самой неординарной певицы 90-х Линды. Ее концерт пройдет сегодня вечером в нашем городе. Линда – одна из самых необычных певиц на нашей эстраде. Композиции в ее исполнении, на первый взгляд, совершенно непонятные, но оттого привлекательны вдвойне. Еще больше анонсов мероприятий можно найти на портале juvens.ru.